и прям такие большие, как аллергия красная. Сегодня утром, когда они ехали с мужем, муж обратил внимание, что они прям воспалились. И сейчас кожа начала очищаться полностью. Здравствуйте, Кристина. Здравствуйте. А где муж? Валера где-то. Но с нами ехала еще наша соседка, и вот я ей только что показала, оно на глазах стало проходить. Ну, была опухшая такая рука, аллергия. А сейчас вот они как-то лопнули, не знаю. Ну, для меня это чудо, потому что Кристина, я с этим болею. Кристина, она не обманывает. Кристина, ты мне скажи, пожалуйста, где ты работаешь? В местном самоуправлении. То есть она местный депутат? И плюс работаю в она этом же... Она местный депутат в каком районе? Вышгородский район Петрівського ТГ. Вот она местный депутат Петрівський район и Вышгородский. И там работает, не обманывает. Если Бог исцеляет депутата местного района, значит, Бог любящий. Аминь.